Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас бесплатное отопление на галоген 150 ватт. И вот такой бачок 50-литровый. Галоген стоит на дне. Температура прогревания галогена, сейчас я скажу, я вчера замерял, 200 градусов по Цельсию, ребят. То есть замеры все идут по Цельсию. Получается, тепло скапливается в этой системе. Для чего этот бачок, труба? Там тепло скапливается. И потом уже идет, здесь больше тепла, значит больше теплообмена быстрее идет. Здесь скопилось, а потом этот объем тепла уже обменивается с поверхностью комнаты. Таким путем, ребята, можно протопить до 100 кубов абсолютно бесплатно. Галоген 150 ватт, там отражатель, видите, отражается, как от солнца, яркость. Отражатель тоже увеличивает мощность. И небольшое освещение. Освещение, конечно, не яркое, в основном это используется для обогрева, ну и небольшое освещение. То есть в хате совсем не темно. Хотя шторы задраены вот и до, но в хате не темно. Все-таки освещение есть. Значит, смотрите, здесь применяется зарядное устройство вот такое, 55 вольт, 2 ампера. Благодаря этому зарядному устройству у нас сила тока, которая, значит, вырабатывает сам галоген, взаимодействуя с воздухом внутри трубы, а воздух внутри трубы взаимодействует, значит, с полем воздуха комнаты, с объемом воздуха комнаты, у нас получается ток столько же, сколько может подать это, уважаемые братья и сестры, это зарядное устройство 55 вольт, 2 ампера. То есть одинаковая мощность. А раз одинаковая мощность, разбора нет. Как мы это определили, что одинаковая мощность? Для этого у нас, ребята, есть приборы. Приборы показывают 0 косинус фи, 0,50. То есть, вы видите, да? Это амперы, общие амперы 0,173 тысячных. И ровер фактор, вот он, ниже 0,50. То есть ток равный, что ток нашего галогена, что ток, ребята, зарядного устройства равны. И поэтому у нас расхода 0. А сейчас я покажу схему и подробно объясню, почему у нас нет расхода. Итак, уважаемые братья и сестры, что у нас получается? Галоген с отражателем 150 ватт, бачок 50 литров, значит, в бачке накапливается тепло и поднимается, значит, галоген, трубка, нагревается до 200 градусов и обогревает вот это поле внутри бачка. И он поднимается наверх, а на место его, когда вот этот горячий воздух поднимается, на место его комнаты опускается более холодно. Идет взаимодействие. То есть ток получается через взаимодействие. Сам галоген вырабатывает ток. То есть ток — это тепловое вещество, которое получается при взаимодействии. Как мы так сделали? Мы зарядное устройство сделали косинус фи 0,5. Здесь даже 0,49, видите? Почему? А это, ребята, мы берем из сети напряжение. Сегодня оно немного выше, поэтому токи равны. А вчера было, значит, наш ток был больше чуть-чуть. На одну сотую. Косинус был больше. А сегодня у нас равно. Сюда подали 22 и обратно 22 ватта. То есть
Галоген берет только плюс и минус. А ток сети не может пройти, потому что здесь такой же ток. Вы знаете, если нету разности потенциалов, как написано в учебнике, а на самом деле это разность плотностей, то расхода нет. Оно работает, а расхода нет. Оно берет плюс и минус. Вот оно подало, и здесь, вернее, подало плюс и минус. Здесь сразу 20 ватт сюда. Отсюда опять 20 ватт. Сюда. То есть ток катается, ребята, сюда и обратно. С нулевым расходом. А нагрев 200 градусов. Что позволит вам бесплатно протопить помещение до 100 кубов. Значит, я хочу вам сказать, что там пишут, это фантазии, это сказки. Это не сказки, ребята, а быль. Потому что это не только я с головы беру, а, как вы видели, показывают официальные приборы, выпущенные и проверенные, ребят, эти приборы все подлежат проверке. Вот. То есть здесь проверка шла на ваттметре через косинус фи. И, как видите, бесплатное отопление, проверяя, значит, уже на приборах, а не просто так ляпнул, типа, как пишут мне. Ты там ляпнул, ты придумал. Я на приборах, ребят, проверяю, высчитываю. Все точно. Значит, это бесплатное отопление у нас, ребят, сегодня. Благодаря тому, что ток вырабатывают наши приборы, а источник питания только подает плюс и минус или фазу и ноль. Но если мы не разделили бы систему, то у нас бы было бы здесь больше с источника питания, значит, было бы здесь больше, значит, туда бы шел разность, расход бы шел. Разность плотностей здесь бы была. А так у нас разности плотностей нет, мы взяли плюс-минус, подали сюда, в ответ сюда, подали сюда, то есть разности выравниваются. И расход 0 ватт. Благодарю вас за внимание и желаю вам железного богатырского здоровья, а также исполнения всех ваших желаний.